Каждому хочется сделать свой день рождения веселым и запоминающимся, будь то юбилей или обычная дата. Казанский университет – одно из старейших учебных заведений России, который тоже празднует свои дни рождения. 17 ноября ему исполняется 212 лет. В честь праздника пройдет ряд мероприятий для студентов, преподавателей и сотрудников Казанского университета. 18 ноября в Музее истории КФУ состоится праздничный концерт хоровой музыки «От сердца к сердцу». А с 19 ноября в университете стартуют бесплатные экскурсии для всех желающих. За время экскурсии КФУ «История будущего» гости узнают, каким был старейший вуз страны 200 лет назад и чем он живет сегодня. Участники вместе с экскурсоводами побывают в современных научно-технических лабораториях, исторических залах, институтах и музеях университета. Ярким событием станет праздничный концерт в Большом зале Уникса, в котором примут участие ректор университета Эль-Шат Гафуров, почетные гости, творческие коллективы различных вузов Казани и России. Тяжело, конечно, удивить концертную программу после 210-летия, когда мы праздновали в Нефть-арене, но каждый год Универньюз творческий всегда новый, студенты на сцене новые, с новыми амбициями, с новыми желаниями, поэтому будем удивлять творчеством, профессионализмом и большим количеством коллективов, которые будут выступать на профессиональном уровне. Как и на любом дне рождения, принято дарить подарки. Со своим творческим сюрпризом на сцене выступят Дагестанский государственный и Уральский федеральный университеты. Ожидает концерт на самом деле интересный, теплый, потому что в этом году мы привлекаем к участию концертной программы не только студенчество, но и профессорско-преподавательский состав, заместителей директоров по воспитательной работе, также самих проректоров и администрацию вуза. Поэтому на сцене будут блистать талантами не только студенты, но и весь университет. Грандиозное событие состоится совсем скоро. Присоединяйся и ты к празднованию дня рождения своего любимого университета. А по традиции наш телеканал будет вести прямую трансляцию этого события. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.